В Одинцовском городском округе во второй раз состоялся фестиваль косплея «Время вперед». Это популярное во всем мире движение. Основной посыл косплея – продемонстрировать публике костюм, характер и пластику персонажей популярных мультфильмов, аниме, комиксов, художественных фильмов и компьютерных игр. Участники в ходе фестиваля смогли продемонстрировать на сцене свой образ и проявить таланты, а судьи – выбрать победителя.